Так, все, теперь смотрим Exile. Ютуберы в Баду, третья часть. Поехали. Здорово. И привет всем, кто жив на канале Exile Life. Вы кричали, вы просили сделать нас вторую часть, третью часть ютуберов в Баду. И знаете что? Мы сделали. Сразу предупрежу, в этом видео будет много пошлых шуток, поэтому если вам меньше 3 лет, пожалуйста, покиньте это видео. Также, друзья, смайлики никуда не делись. Кто-то это... В смысле, они есть? Ты чё мне гонишь? Вот тут, вот они. Вот они. Вот, все смайлики тут. Чё с ними хорошо? Ты чё пугаешь? Происходит там в чате опять. Этого ждал. Кто-то этого не ждал. У меня вышел мой мерч. Я... Очень рад, что наконец-то это событие произошло. Совместно с компанией VSRap мы выпустили мне мерч. Поэтому каждый, кто хочет меня поддержать, кому нравится, что я делаю, или кому просто приглянулась футболочка с этим дизайном. Там, кстати, есть пасхалочка небольшая. Коллекция моего мерча только начинается. Пока что представлены 2 майки в 2 цветах, черно-белый и толстовка 1. Я правда буду рад, если вы поддержите меня. Ссылка на сайт, где можно приобрести, будет в описании. Если вы не против, я буду периодически в своих видео напоминать вам об этом. Подавите. Ну что ж, начинаем. Ролик получился просто бомбезный. Термоядерный. Сразу хочу предупредить то, что этот ролик не несет цели кого-то оскорбить. Это все шутки, как говорится. Мы извиняемся. Слава, ты же можешь экран записать? Блин, ну могу только на телефон, слышно видео. Ну давай, камеру сзади поставь. Может, я приеду сниму? Оп, подъем, слышишь, тревога, блядь. Пиздец, как-то Телок разбирает на Баду, блядь. У меня... Приколюха в том, что в прошлый раз, типа, писать... Илюх, ну да, соберись ты на Баду, блядь, что ты такой неуверенный? Что-то да, что-то надо как-то поувереннее. Каролина сзади стоит сейчас под затыльником, ебёт, потому что с сайта вышел, дебил, блядь. Проблема в том, что когда мы писали в прошлый раз, я писал девчонкам, и первый раз, когда мы снимали, мне моим друзьям звонили их подруги, говорит, у ваш друг долбоёб, нахуй он нам пишет. И чё? Я про тебя всегда так же говорю. Подожди. Подожди, она сфотографировалась с цветами, потенциально чел, который будет заходить к ней, будет понимать, что у неё, скорее всего, есть ёбарь. А если батя подарил? Ну, если батя ёбарь. Фэмили-терапия. 80% логично. Девушек, которые фоткают с цветами на день рождения, это батя им дарит цветы. Это тебе откуда такая статистика, братанчик? Это личный опыт. О, смотри, она ответила, слышь, Настюша. Я ей вопрос сразу прямой занял. Привет. Ответ будет на мой? Она не решается, она не решается. Она думает, вдруг это шанс. Ну так что? Предложение. А не, во. Пошло, пошло. Как можно вообще было назваться Настечка? Настечка. Настечка. Просто что? Где товар? Где товар? Подожди, тут можно кидать фотографии? Где товар? Нифига себе. Она вообще понимает, о чем речь идет? Ау, какой вообще... товар? Мы что, на кассе? Тебя что, кто-то уводит? Не отвечаем. Да, скажи, чтобы только тебе писала. Ну пусть, да. Кто да? А я могу ей писать? Стоп, я могу только нажать на симпатию. А вот, пообщаться. Стоп. Ты можешь ей писать? Да. Можешь написать? Что? Почему? Мне, чтобы ей написать, нужно заплатить? За каждый символ. Да, там еще... Фу, ну и Баду, и помойка. Там еще и платное что-то надо делать. Кошмар. Типа, хочешь достучаться до... Кстати, ни разу вот в таких штуках ни разу не регалась, типа, не это, не, вообще не заходила, вообще не видела вот так, знаете, чтобы вживую вот это вот, только по видосам смотрела. Принцессой. Хотя я знаю, что когда Саня приезжал в Питер с Москвы, он тогда через Баду вообще изи находил девочек. Вообще просто изи. Угу. Плати, блядь. Что за бред? Да, ну, Каролина, ты меня смущаешь, ну реально, я не могу. Каролин, покинь кабинет, блядь, секс-мастера. Быстро просит покинуть кабинет. Подожди! Она сказала не про большие, блядь! Попрошу подметить. Как не про большие? Ты чё, блядь? Большой член, блядь, большие. Малаховым, блядь, я вообще её не понимаю. Малаховым, блядь. Ты чё? Стоп. Я зашёл сюда за сексом, блядь. Голосов больше нет. Дядь, чё за хуйня? Можешь поддержку написать, реально? Короче, познакомился с девочкой. Вроде всё норм было. Трахнул её. Тебе, мне кажется, тебе большой шанс, что не ответит. Перестала отвечать. Сука, что делаешь? А, ну и кстати.
Я что-то не могу пополнить баланс. Секса 3 дня не было. Вопрос решите? Спасибо. А знак вопроса? А где? Ну, нигде, блядь. Ну, ладно, просто спасибо, ёбни. Типа, знаешь, спасибо под вопросом еще. То есть, может, и не за что спасибо. Вадим Момо, блядь. Слава, так, мне кажется, тебе аккаунт заблочит после этого 100%. Я показываю просто, смотри, за 10 минут я сниму 10 сыпочек. Прямо сейчас они у меня будут у подъезда в дверь стучаться, смотришь? Вначале снимаем работу. Выбирай гинеколог. Сквертолог. Сквертолог. О, сладкая киска. Дядь, ну знаю тебя, ты не быстрые пальцы, ты шаловливый язычок. Язычок тоже шаловливый. Подняться выше. Давай, давай, до небес нахуй летим, блядь. 32 года, дядь! Привет, мамулька. Опа, пачка. Хочешь? Милфа, блядь. Мамочка. Тебе 23, а тебе 32. Зеркальный эффект. Что 23? Ой, бля. Что 32? Дядя, не-не-не-не-не. Я точно становлюсь популярным? Мне почему-то кажется, меня просто на деньги обманывают. Смотри, поехали. Быстро съем девочек, быстро пикап услуги. Сейчас я вот пролайкаю, у меня лайк. Фига там такие девочки все по фоткам, вообще такие соски, я в шоке. Какой, что засекайте 10 минут, и я просто начинаю. О, Мар, опять привет, Слава, со старушками общаешься? Да в целом похуй. Давай побазарим, бля. Оба, Милфочка сама написала, прикиньте. Ева, привет, я Адам. Опа, Ева написала мне, слышишь, моя красавица. К сожалению, данный тип сообщений не поддерживается. Еще из техподдержки? Что писал? Спасибо, что помогла решить вопрос. А ты бесконечно можешь лайк? Ева написал вам. Что? Да, я понял. Пошла нахуй. А зачем материться? Да хуй знает. Ебать, 37, балдёж, в общем, максимально. Чё, блядь, охуел совсем. А где-то какая-то твоя, бля, класснуха, нахуй. Да, она сейчас говорит. Мне кажется, ты очень умный, Слава. Славик, это же я, Леонида Степановна, у тебя биологию вела, бля. Да, я умный. Число пи сказать? О, держи. Еще вопросы есть? Вуз не заканчивал. Школу жизни только. Хорошая школа. Да, достойная. Жизнь бьет сильно, но тот, кто не падал, не поднимался. А уф, напиши. Подлежачий камень. Вот. Наоборот же не течет. Да? Да. Да. Ой, не течет. Ошибся. Блять. Без мягкого знака пишется, ошибся. Да похуй. Узбекистан. Да, извиняюсь. Ищите. Здорово, Ди. Здорово, Диман. Ирина, привет. Я ищу девушку моему другу. Ты идеально подходишь по его критериям. Мелкие титьки, низкий кто? Рост. А ты уверен? Что? Ты уверен, что там все мелкое? Ух. Не подходишь. Нихуя у тебя бегонный, блин. А вот мне в самый раз. Вдуй другой. Ну ладно. Извини, реально переборщил. Переборщил. Кстати, я с Италии. Я переборщил. Ну не против. Слышь, а что это такое агрессивное, дядь? Ю по пецю. Ле паста, спагетти. Ну, да, понимаешь, девчонки они любят, знаешь, уверенность, блядь, я серьезно говорю. Я это давно уже запалил. Типа, чем тупее, чем агрессивнее подкат, хоть с Испании, блядь. Бурито мое будешь? Ну, бурито это не испанское. Ну, бурито это не испанское. Я тебя проверял. Привет, Слава, как дела? Быстрые пальцы, ты она откуда знает? О, дефектолог, педагог. Кто? Ты знаешь, где самая глубокая точка мира, блядь? Иркина впадина, блядь. Смотри, ты бомбил, блядь. Ебать, отжог, да ну нахуй. Пацанам сегодня покажу, охуеть. Реально, ржом бы. Ладно, ББ, я полетел, блядь. У меня еще и язычок.
Ого-го, блядь! КС, летим. У меня калаш с венками. Тут, блядь, самое важное девочке показать, что ты не промах, паренек. На самом деле, знаешь, типа, кроме шуток, вот девчонка, знаешь, типа, рофлы-рофлами, но если палочку не перегибать, то им вообще заходит реально. Какие-то, знаешь, такие, ну, более дерзкие. Не всем, но вот большинству вообще нравится. Потому что им нравятся доминантные сенсы, понимаешь, альфа. Так что, пацаны, вообще, это будьте более смелые в плане, там, подкатов к девушкам и так далее. Будьте смелее, не бойтесь отказа, как бы. Я тебе так скажу. Каждый человек по-своему уникален. Ты молодец. Ты можешь все. Все барьеры в твоей голове. Извини, если обидел. Блин, надо вот такие, как Ирина, которые... Напоследок посылаю нахуй. Стоп, а ты можешь перевести нормальный разговор? Конечно, могу, смотри. Ирина, здравствуйте. Владелец аккаунта беспокоит. За компьютером мелкий был. Алло, Димон, блядь. А вы лайки ставите, не отвечайте, не понимаю. Ты чё меня пролайкала? Я думал, залупа, сука, конская. А ты ни туда, ни сюда, блядь. Так дела не делаются, Димон, блядь. Жду ответа, блядь. Ставлю на счетчик. Давай разбавим, давай девочек похвалим чуть-чуть. Давай вот это напишем, Юля. Ты самая прекрасная, блядь, что я видел в своей жизни. Любитель женских бутонов. Ну ты шутишь, ты начинаешь шутить сразу. Это не шут, это я люблю женские бутоны. Не, ой, ну блядь, какой любить? Блядь, девять. Люблю хлебные батоны, хотел написать. Чё за хуйня, блядь, ёбаный Симмонс, нахуй. Давай, говорит, похвалим. Давай, говорит, похвалим. Давай разбавим, давай девочек похвалим. Привет, балдёж. Только что жопу мыл. Ебать, баребухи зас... Марин, привет. Чё по алгебре задали? Пизду, опять весь урок проспал, блядь. Какой параграф? Привет. Лучше забыл. Параграф 19. Привет. А мой член 20. Ой, блядь! Моя любимая со вкусом ананаса. Нет, ну в смысле, фотки не показывают, это нужно Барина 18, какая разница? Харли Квин. Харли Квин, да. Харли Квин, это ох. Ты? Это я. Харли Квин, блядь. О, Амина. Походу, да. Не приветствую девчонка, походу. Да и малыш, у меня уже ты есть. Илюх, ты же ставишь ролик, что у меня девушка есть? Что смешного? Я на серьезном ебле заявил, блядь. Бля, забыл ебле написать. Так весь шарм фраза потеряла, слышь? Бля, губи, слышь, губехи, ебу. Роцк. Я знаю, Роцк. Что это, у меня батя раньше слушал. Пока за хлебом не ушел. Ну, может, как бы и сейчас слушает, но я уже не слышал, как он слушает. Уф, какая, слышь, блин. Смотри, бля, такие, пантеры, слушайте, девочки, пятерка, я в шоке красивая, вообще, блин. В баду слышь, сидят. Кристина. Если ты... там еще не фейковые фотки, они реально такие, я вообще в шоке. Я вообще, реально, я не думала, честно, что такие сидят. Блять, мне сыр пробило за 56, а красная цена была 44. Ну чё, спасибо тебе за просмотр, всё? Я надеюсь, нам удалось тебя повеселить. Надеюсь, мы хорошо с тобой провели время. Огромное спасибо Слайбустеру и Вилону. Ссылки на них будут в описании. А также я вам напоминаю то, что у меня вышел мерч, и если хотите приобрести себе и быть таким же классным, как я,